Всем привет, друзья! И несмотря ни на что, мы все-таки пока продолжаем знакомиться с новинками Фикспресса, поднимаем себе настроение и хотя бы на 15 минут отвлекаемся от насущных дел. Вообще, в этот раз появилось очень много интересных и ярких новинок. О полезности каждый будет судить сам, но обсудить их все-таки стоит. Завезли новую коллекцию стеклянных графинов объемом 700 мл. Цена на них 149 рублей. И эти графины представлены в трех цветах. Это нежно-салатовый, бледно-розовый и голубой. Графины идут в комплекте с пробкой и выглядят довольно нежно, по-весеннему. Снова появились в продаже большие металлические подносы. Изготовлены они из нержавейки, имеют диаметр 33 сантиметра. В магазине по улице Ленина я нашла две расцветки. Вот такая, кажется, это жостовская роспись, если не права, поправьте меня. И более спокойная голубоватая расцветка. Цена 149 рублей. Среди продуктовых товаров каких-то ярких новиночек я не нашла, ассортимент остается прежним. Единственное, что заметила, в этом магазине почему-то не было дешевых макарон, ну хотя в других двух магазинах макароны были представлены. В отделе с кухонными аксессуарами заметила новую кулинарную лопатку. Это супер маленькая лопатка за 29,5 рублей. Имеет длину 19 сантиметров, изготовлена, естественно, из пластика. Насадка силикон. И причем эта лопаточка как бы усредненная, то есть она обрезанная. Ну и в дополнение к лопатке можно приобрести кулинарную кисть. Стоит она тоже 29 рублей с половиной и выполнена в том же стиле. У меня раньше была такая кисточка и пользовалась без каких-либо проблем, так что ничего плохого про нее сказать не могу. Здравствуйте! Еще по этой же цене можно приобрести вот такого плана ложечку. Стоит она также 29 рублей, изготовлена из термостойкого пластика. А еще в продаже заметила новые венчики. Ценника на эти венчики пока еще не было. И пока я не знаю, будет ли это новая коллекция полноценная, вот с такими нежными ручками, или же это просто единичный товар. Длина 27 рублей, по функционалу венчик стандартный, просто что выглядит более нежно за счет красивых расцветок рукояти. В этом магазине тоже появился в продаже набор кухонных прихваток. Это набор из двух маленьких прихваточек разных цветов, стоит 79 рублей. Наборы целлюлозных салфеток. Продаются они комплектом из трех штук, имеют размеры 15 на 15 сантиметров. Написано, что впитывают влагу в 10 раз больше собственного веса, не оставляют мокрых следов, разводов и препятствуют размножению бактерий. Новый набор губок. Ценника тоже не было. Это набор больших губок. Состоит наборчик из 5 штук. Написано, что они способны защитить наш маникюр от повреждений за счет того, что ноготки и пальчики будут прятаться в углубления по бокам этих губочек. Пирожные Барни появились в весеннем оформлении. Это коробочки, написано на них «Для мамы», стоят они 99 рублей. Внутри также 8 пирожных, бисквитиков, но при этом можно сделать еще и открытку. Как это сделать на упаковке я не нашла, возможно, будет подробная инструкция внутри, но зато есть QR-код, который можно отсканировать и получить еще дополнительную информацию. В этот раз заметила две новиночки из гобелена. Первая – это подставка под горячее, вот такая тканевая салфетка, гобелен размером 25 на 40 сантиметров. Производитель – город Иваново. Ценника также пока я не нашла ни в магазине, ни на официальном сайте Фикспресса. Но единственное могу сказать, что эта салфетка, подставка не держит форму от слова «никак».
Среди стандартных товаров, конечно же, различные комодики, товары для хранения. Кстати, недавно выходил обзор, посвященный товарам для хранения фикс-прайса, стандартный ассортимент магазина. Если вдруг не видели, ссылочку оставлю в подсказке сверху. И вот как раз вторая новиночка в гобеленовом стиле – это наволочка того же самого производителя. Наволочка имеет размеры 38 на 38 сантиметров, и уже по сравнению с салфеткой она более плотная, и, знаете, мне она по качеству понравилась. Никакой молнии нет, просто это пошив с обычным кармашком, но при этом внутренний загиб очень большой, так что подушечка вываливаться не будет. Опять завезли стаканчики-непроливайки. Это стаканчики для рисования, очень удобны будут для деток. Посмотрите, вот в коробочке с еще не выложенным товаром нашла их большое количество разных расцветок. Еще скоро на полочке выложат новые толстовки, и посмотрите, сколько еще не распакованного товара. Ин заметила новый привоз лосинок, стандартные лосины за 149 рублей, но размеры маленькие, на деток 2-3 года. Я раньше своей дочке постоянно такие лосинки покупала, мне нравились, для садика просто были неубиваемые, ну и расцветки хорошие, яркие, красивые, детские. В отделе канцелярии нашла новый творческий блокнот. Называется блокнот визажиста. Стоит он 99 рублей. И в этом блокноте у нас несколько лиц, несколько страничек с лицами, на которых можно наносить краской, косметикой, макияж. И в этой серии представлено несколько девчонок с разными прическами, с разными цветами волос. Вообще идея классная. Я думаю, девчонкам точно понравится. Набор легкого пластилина за 99 рублей. Этот набор состоит из 14 цветов. Написано, что не пачкает руки, не пачкает одежду, при этом хорошо смешивается и застывает на воздухе. Поэтому, когда будете им пользоваться, нужно обязательно неиспользованный пластилин тщательно упаковывать. Также стандартные плотные папочки для документов. Формат у них А4. Да, друзья, посмотрите на стакан непроливайку. Цена 39 рублей. Непривычная цена для фикс-прайса. Появились новые варианты оформления наборов цветных карандашей. В этом наборе 30 цветных карандашей. Написано, что они обеспечивают мягкое рисование. Цена 249 рублей. Продается это все в металлическом кейсе. И посмотрите, какие интересные варианты оформления и с милыми котиками есть. Если для кого-то принципиально, то выбор большой. Наборы из 4 пластиковых линеек длиной 15 см. Линейки разных цветов. В отделе с товарами для красоты каких-то явных новиночек я не заметила, но зато стандартный ассортимент представлен полностью. Друзья, если нужен подробный обзор именно стандартных товаров из отдела красоты, пожалуйста, напишите в комментариях. С большим удовольствием подготовлю для вас это видео. Новые большие пластиковые корзины для хранения. Стоят они 149 рублей. Корзины квадратной формы. Имеют размеры 31 на 31 сантиметр. Высота бортика 9 сантиметров. Изготовлены они не из плотного пластика. Стеночки слегка прогибаются. Так что что-то тяжелое при переносе туда класть точно не стоит. Продаются они в двух вариантах расцветки. Это цвет венги и бело-бежевый оттенок. Ну и стандартно представлены обычные пластиковые контейнеры. Такие корзиночки всегда есть в продаже. Маленькие корзинки за 13 рублей, корзинки побольше за 27 рублей. Идеально они подойдут для выдвижных ящиков. Если ящики у вас не глубокие, например, можно там рассортировать канцелярию. Также можно рассортировать и косметику на косметическом столике, точнее, в выдвижных ящиках.
еще в этой серии есть большая корзинка, стоит она уже 55 рублей и представлена в классических приглушенных тонах, это коричневый цвет венге. Еще одна пластиковая корзинка, стоит она 249 рублей. Прямоугольная корзинка имеет размеры 43 на 30 сантиметров, высота бортиков 20 сантиметров. При этом выполнена она очень качественно, красивая имитация плетения, плотный пластик, ничего нигде не прогибается, имеются ручки в виде отверстий и продаются эти корзиночки в нескольких цветах. Это молочный цвет, серый цвет, такой асфальтовый, графитовый, и приглушенно-бежевый. Новые наборы декоративных наклеек стразиков. Продаются они комплектом из двух штук, и это стразики на клеевой основе, так что можно их клеить на любые поверхности. Новиночка среди декоративных товаров – это стеклянная ваза за 199 рублей. Идет она в комплекте с зеленушкой. И знаете, выглядит она вполне неплохо. Не буду судить, высока ли цена 199 рублей до такой новиночки, но каких-то недостатков брака визуально я не нашла. Продается она в нескольких расцветках. Это серая, желтая и зеленая. Новое средство для мытья посуды с маслом оливы стоит 59 рублей за пакетик весом 430 мл, точнее объемом 430 мл. И еще новый гель-бальзам для мытья посуды, тоже ценника, как видите, пока еще не было, с ароматом цитруса, продается в больших пакетах. Друзья, и заметила, что на коллекцию 23 февраля тоже произошло снижение цен, поэтому присмотритесь, вдруг что-то хотели приобрести в качестве подарков для своих мужчин, но казалось вам это дорого, то сейчас может что-то можно приобрести и выгоднее. В коллекции ко дню 8 марта пополнился ассортимент красивых декоративных наклеечек. И это наклейки у нас объемные и в витражном стиле. Если вы занимаетесь декоративным творчеством, то есть скрапбукингом, оформляете ежедневники, присмотритесь. Мне кажется, что вот такие наборы вполне достойны внимания. И на других специализированных магазинах стоят они, конечно, в разы дороже. Ну и, конечно же, остается в продаже и коллекция ко дню Святого Валентина. Все товары до сих пор представлены на полочках. В предыдущем обзоре мы с вами обсуждали бальзамы, скраб-бальзамы от вот этого производителя. Это новый производитель, который представлен в фикс-прайсе. И в этой серии появились бальзамы для волос. Конечно же, в составе есть компоненты SLS, но для всех бюджетных бальзамов и шампуней это стандартный состав. Стоят бальзамы 99 рублей. Ну и в дополнение к бальзамам можно купить и шампунь. Цена такая же 99 рублей. Есть у нас шампунь «Интенсивное восстановление». В составе есть кератин, провитамин В5. И второй вариант шампуня с функцией эффективного укрепления. Так что в этой серии у нас практически представлен полный комплекс ухода за волосами. Это скраб, шампунь и бальзам. И еще заметила новое кусковое мыло в виде цветочка с экстрактом календулы. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Будем надеяться на лучшее, хорошего вам настроения и самое главное, не болейте.